Раньше все было на ручной и конной тяге. Историю развития пожарной охраны рассказали детям из Белгорода, которые сейчас гостят в Нижневартовске. Для них организовали экскурсию в музей пожарной охраны. Созданный около 5 лет назад, за столь короткий срок он успел собрать более 200 экспонатов. От формы и экипировки разных лет до по-настоящему ценных исторических артефактов. Это и ручная пожарная мотопомпа, и даже деревянная лестница, которой пользовались до появления ее современной металлической замены около 50 лет в одном из поселений Нижневартовского района. Экспонаты в музее с любовью собирал сам личный состав. Большой вклад внесли и ветераны пожарной охраны. Свой профессиональный праздник они отмечают 30 апреля, а сам месяц посвящен профилактической работе, в рамках которой проводятся в том числе экскурсии для школьников. У пожарных есть традиция делать... Я сам думал стать пожарным, но пошел в полицию. Меня эта тема очень цепляет, потому что защищать надо людей. У вас тут, правда, только прохладно, а в целом мне все нравится. Город у вас достаточно новый, и я быстро привык. У вас тут много нас куда водили, показывали, и в целом мне все нравится. Чтобы скрасить их быт и немножечко заинтересовать нашим, во-первых, бытом города, бытом пожарной охраны, деятельностью, мы пригласили детей. Сегодняшнее мероприятие, оно, конечно же, проводится в рамках месячника пожарной безопасности. Апрель месяц для пожарной охраны – это большое количество различных дат и тех же самых торжественных мероприятий. 30 апреля для сотрудников, работников пожарной охраны – это знаковое событие. В 375 лет пожарной охране.